Для завтрака тосты отличный вариант, это сытно, вкусно и всегда можно экспериментировать с добавками. Одной идеей, как приготовить французские тосты с кокосом, я как раз хочу поделиться, запоминайте. Мягкие и сочные, с аппетитной хрустящей корочкой и пикантной кокосовой ноткой, именно такие тосты я предлагаю вам попробовать. Хочу обратить внимание на то, что в молочно-яичную смесь можно добавлять не только ваниль и корицу, но и мускатный орех или щепотку кайенского перца. Например, если сладости самих тостов недостаточно, полейте их перед подачей любимым сиропом или джемом. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Нарежьте средними ломтиками багет, в глубокой мисочке взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли, немного сахара, ванильный экстракт, корицу, мускатный орех, по желанию чуточку кайенского перца, все как следует перемешайте, параллельно разогрейте сковороду с маслом. 2. Окуните каждый ломтик багета в молочно-яичную смесь на 15 секунд, а после обваляйте со всех сторон в кокосовой стружке, выложите на сковороду и на среднем огне жарьте с двух сторон до румяной корочки. 3. Вот такие потрясающие французские тосты с кокосом получились, дополните их сиропом, шариком мороженого и сразу же подавайте к столу. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Яйцо 4 штуки, молоко 1 стакан, французский багет 1 штука, кокосовая стружка 1 стакан, сладкое, растительное масло по вкусу для жарки, сахар, соль, специи по вкусу, количество порций 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока!